Арчи. Арчи, не ойын ойнадың осы Наурызда? Чтобы точно не поняли. Всем добрый вечер. На самом деле, обычно начало таких сцен давно не видел, на самом деле, больших по размерам. Обычно, когда я с треком выходил на маленькую сцену, все на самом деле менее пафосно, так получилось, что вышли на большую сцену, вот с таким треком, вы еще аплодируете. Год назад я сидел на скамейке в общественном парке. На углу Бэктон и Баркин. Думал, как из Англии выйти пешкою в дамки. Кверху иерархии я себе всю это накаркал. Теперь меня слушают хипстеры, арт-богема. Ведь он из Лондона, где выставки Портабелла. Не понимая, что внутри строки наболело. Не понимая, что внутри смолит карфагеном. Жаполизы, недруги, журналисты. Первые компромиссы, лейблы, монополисты. Я лишний, будто новички на вакханалии. У всех, кто повыше, воротнички накрахмалены. Был самодел, самопал, кто-то не захотел, самотпал. Мы в отель, вам подвал, но тут черт ополох. Тут если не успел, то подох. Там, где ты видишь успех, я подвох. Так долго ждал этого концерта, и да, мне прям очень понравилось. Прям понравилось. Короче, я... О, получше. Я почти оставил там свой голос, и, блядь, это было мясо, пиздец. Вначале, когда новый альбом было... Ну, альбом, сами понимаете, это будет не просто книга, а вот когда понеслось старое мясо, это просто разрыв. Просто вообще жесть.